Слава нам Богу. Слава нашему Господу. Слава нашей Господу. Сегодня у меня проповедь на тему «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» И днешната тема на проповедь «Човешкият син, идвайки на земята, дали ще намери вяра на тази земя?» Это написано в Евангелии от Луки. Това пише в Евангелието от Лука. В 18 главе. В 18 глава. С первого стиха. От первого стиха. Давайте мы вместе откроем это место. Нека заедно да отворим това място. И прочтем, оно очень важное. И ще го прочтем, то е много важно. Потому что мы сейчас живем в такое время. Защото сега живеем в такое время. Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 стиха. Слова Иисуса Христа. «Сказал также им притчу о том, что должно всем молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего», но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, воюющих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Аминь. И вы знаете, вот я тоже вот по моим таким вот ощущениям. Според моего усещания. Вот у меня такое чувство, что мы вот сейчас живем в такой период. Имам такого чувства, че живем в такой период. Когда вера людей гаснет. Когато вярата на хората изгасва. И Библия называет это период великой скорби. И Библията нарича този период на великата скръб. Когда в храмах Господне будет великое запустение. Когато в храмовете ще бъде празно. И сейчас уже это начинается. И сега вече това се започва. Во время пандемии. По време на пандемията. После пандемии. След пандемията. Многие храмы закрылись просто. Много храмовете се затворили. Мы были недавно в Турции. Бяхме наскоро в Турция. И встречались с большими пастырями. И се срещнахме с големи пастори. И наш архиепископ он привел статистику в Южной Корее. И наш архиепископ каза статистиката в Южна Корея. Потому что мы знаем, что в Южной Корее было самое огромное количество церквей. Там имаше най-голямо количество на църкви. И церкви были очень многочисленные. И много бройни са били тези църкви. То есть в одну церковь могло ходить до 1 000 000 человек. И една църква била посещавана от 1 000 000 хора, ну, то есть, например. Можете себе это представить? Можете ли да си представите това? За одно воскресенье это три варны. Това са три варни. Утром варна. Сутринта една варна. На обед варна. На обяд една варна. И вечером опять варна. И вечерта пак още една варна. Примерно приходили от 300 до 500 тысяч. Ну, такие залы были. Да, имало зали от 300 хиляди до 500 хиляди хора. И за время пандемии. И по време на пандемията. Закрылось тысячи церквей. Се затворили хиляди църкви. Люди перестали ходить в церкви. Хората се спряли да идват на църква. Какое-то отчаяние. Започнаха да се отчаиват. Открылись многие церкви еретического направления. И се отворили много церкви с еретичное направление. Появилось очень много церквей. Появились все церкви. Бога мамы. С Бог мама. Ну, то есть Бог мама. Че Бог е мама. То есть она майка. Женского пола. Че Бог е женский пол. И люди приходят в храм. И хората идват в храм. Чтобы почесть Бога, которая вдруг стала мама. За да почитат Бог, който изведнъж е станал майка. То есть раньше он был папа. Преди и бил баща. В Южной Корее стал вдруг почему-то мама. А в Южной Корее изведнъж е станал майка. И очень много всяких таких ересей. Има много такива ереси. В том плане, что вдруг выяснилось. Изведнъж. Что Бог, оказывается, вообще не имеет пола. Изведнъж хората са помислили, че Бог няма пол. Я лично думаю, что даже размышлять на эту тему как-то вот, ну, богохульственно. Но мисля, че богохулствено дори да размышляваме върху тази тема. Определенно люди утверждают, что у Бога нет пола. Определени хора утверждават, че Бог няма пол. Значит, и у нас нет пола. Значит, че и ние нямаме пол. Потому что мы сотворены по его подобию образ. Защото сме сотворени по неговото подобие. Мы не знаем на самом деле, кто мы. Ние не знаем кои сме. Мы не мужчины, не женщины. Не сме мъже и жени.
Ну, приведу все-таки этот пример. Что ви кажа този пример? В штате Калифорния. В штат Калифорния. Южный штат в Америке. Твой южный штат в Америка. Ввели новый закон. Савывели новый закон. Что любой человек. Че всякий человек. В день заявления. В дне на заявление то. Когда он вдруг почувствует, что он оказывается на самом деле не мужчина. Че когато той си усеща, че не муж вече. А женщина. А вече е жена. И он заявляет, я женщина. Той заявява, аз съм жена. И закон говорит о том. И този закон казва, что все просто обязаны с этого момента считать его женщиной. Че всички хора около него трябва да започнат да го смятат като жена. Штат Калифорния такой один из либеральных штатов. Това е либерален штат в Америка. Если человек вдруг заявил, что он больше не считает себя женщиной, а он мужчина. И ако човек изведнъж казва, че не смята себе си за жена, а вече мъж. Я, кстати, смотрел это по болгарскому телевидению. Дори съм го гледал по българска телевизия. От одной болгарской журналистки, которая живет в Америке. Една българска журналистка и рассказывала, която живее в Америка. Вот. Ну, то есть все обязаны считать эту женщину теперь мужчиной. И всички са задължени да смятат този човек като жена, и като муж. В одной мужской колонии. И в една мужка колония. Один мужчина. Един муж. Зек. Объявил, что он женщина. Каза, че жена. И с этого момента он стал женщиной. И от този момент ты станала жена. Ну, все сразу его, ну, как бы, ну, как, все, отношение изменилось. И отношение только к нему се променило. Вот, ему предоставили отдельную комнату. Предоставили саму отдельно стая. Ну, неудобства сразу возникли. Вече... А в затворе? Потому что теперь ему нужен отдельный туалет женский. Да, сега вече трябва да има отделен отделна женска туалетна. Вот, это реальная история. Това е истинска история. И он потребовал, чтобы его перевели в женскую колонию. И той им е казал да го изместят в женска колония, в затвора. То есть он женщина. Нали вече е жена? В женскую колонию. И его перевели. И са го изпратили в женска колония. По закону этого штата. По закону на този штат. Теперь женщина и обязан пребывать в женской колонии. И вече е жена и трябва да бъде в женска колония. И вот он в женской колонии. И то вече е в женски затвор. Через несколько дней. И след няколко дни. Насилует другую женщину. То изнасилва една друга жена. И ему ничего не могут предъявить. И ничто не могут да му кажат. Потому что по закону женщина не может изнасиловать другую женщину. Защото няма такъв, по закону една жена не может да изнасили друга жена. Это просто невозможно. Защото това е невъзможно. Понимаете, о чем я? Разбирате ли за какво говоря? Когда весть дошла до мужской колонии. И когато тази новина била изпратена до мъжка, очень много мужчин затвор. Захотели стать женщинами. Много мъже са поискали да станат също жени. И переселиться в женскую колонию. И да се изместят в женския затвор. Понимаете, к чему приводит анархия? И это какво доводит анархията? Когда люди принимают решение нарушать Божий закон. Когато хората взимат решение да нарушават Божият закон. Я не знаю, чем закончилась эта история. Не знам, с какого я свершила тази история. Возможно, все мужчины перебрались в женскую колонию. Может быть, всички мъже са... А потом женщины сбежали все в мужскую колонию. Мужский затвор, а может быть, след това жените са утешли в мужский затвор. История об этом умалчивает. Ну вот, вы знаете, у меня такое впечатление... И имам такого впечатления... Что сейчас люди вот настолько, может быть, как-то... заелись, стали очень хорошо жить. Че, сега хората са започнали да живеят много добре. Людей трудно чем-либо удивить вообще. Много трудно да учудим с нещо хората сега. Ну, то есть в какой-то степени, что есть чудеса на сегодняшний день? Степен, какво са чудесата? Бог кого-то исцелил. Бог някой е исцелил. Ну, люди говорят, ну, докажите. Хората казват, докажете ми. Как это можно доказать? Как можем да го докажем? Ну, вот я, например, доктор. Аз съм лекар, например. В нашей клинике одна женщина. В нашата клиника една жена. Я даже помню ее имя, но не буду называть. Дори помня името ей, но няма да го казвам. Она болгарка. Тя е българка. Ей поставили диагноз. И си поставили диагноза. Миомный узел внутренней стенки матки. Миомен възел във вътрешната стена на матката. С размером 9,5 сантиметра. С размер 9,5 сантиметра. То есть это первый триместр беременности. Това е все едно първият триместър на бременността. То есть она практически выглядела как беременная женщина. Тя е изглеждала като бременна малко. Ну, понятно, что она не была беременна, но тя не е била бременна. Опухоль. Просто имала голям тумор. А доктора ей сказали, только операция. И лекарите са ей казали, че само операция трябва да прави. Резать и все оттуда удалить. Просто трябва да го махнат.
По медицине это называется тотальная хистерэктомия. Ну, можешь не повторять, потому что по-болгарски это звучит точно так же. Тотальная хистерэктомия. То есть полное удаление матки с придатками. Треба наполно да изрежет матка, то? И эта сестра, потому что она верующая в Господа. И та сестра и верва, что в Господа. Она пришла к нам, потому что они знали, что мы тоже верующие. Тя дойде при нас, за что ты знаешь, что не есть, мы верва, что... Что-то можно сделать. И тебя попита, дали можем да направим я нечто. Я не хочу операцию. Низком да правил операцию. Я не хочу, чтобы мне все оттуда удалили. Низком всичку да ми махат. Я хочу остаться женщиной. Низком да остана жена. Что-то можно сделать? Дали можем да направим нечто. Говорю, мы можем помолиться. И если предложим, да себе помолим. Ну, я могу тебя назначить как доктор еще рассасывающую так называемую терапию. И все, что могут тебе назначать на терапию. То есть есть древние китайские рецепты. Има древние китайские рецепты. Которые просто уменьшают тумор. Които намаляват тумора. Но я хочу тебе сказать, что в Китае уменьшает консервативно опухоль. В Китае консервативно намаляват тумор. Но это примерно с 4,5 сантиметра. Но това е от, когато тумора е 4 сантиметра. Но 9,5 это много. Но 9,5 това е прекалено много. Но он говорит, давайте попробуем. Тя казва, нека да опитаме. И мы начинаем. И не започваме. Мы начали молиться. Започнахме да се молим. Помолились. Помолихме се. Она вошла в пост. Тя започна да се пости. Длительный, много дълъг. Параллельно она начала принимать травы. Започнала да взима тези билки. После первого курса. След първия курс. Опухоль практически не двинулась. Тумор почти не се променил она в размерите. Она увеличилась всего лишь на пол сантиметра. Само половин сантиметр, с половин сантиметр е намалял. Я объясняю, что это уже сдвиг. Но аз казвам, че това вече напредък. Вече това е много добре. Через 3 месяца она повторила эту программу. След 3 месяца е повторила този курс. Опухоль уменьшилась еще на 2,5 сантиметра. Тумор е намалял с още 2 сантиметра. И после третьего курса. И след третия курс. Опухоль просто инкапсулировалась. И този тумор. Она просто превратилась в гранулу. Все превернула в гранула. И я отправил ее на повторное исследование. И я испрати их повторно, да се исследва. Когда она пришла и обследовалась. Когато тя направи исследование. У нее ничего не нашли. Нищо не са намерили. Ну что сказали? Ну какво са казали? Неверующие доктора сказали, это была изначально ошибка. Невярващи лекари казаха, че от изначално са направили грешка просто. Никакой опухоли не было. Не е имало тумор. Это ошибка эхографических исследований. Просто и грешка на исследованиях. Вот и все. И два оказали ты. И ничего не докажешь в том плане, что, ну, вот просто... Ну, и ничто не можешь докажешь. Сестра верила, там, доктор верил. Тази сестра и вярвала, доктора и вярвала. Священника себе помолил. Женщина постилась. Тази жена себе постила. Ничего, это уже все не важно. Това всичко вече просто не важно. Просто ничего не было. Ничто не се случило. Вот на сегодняшний день, вот чтобы доказать конкретный факт исцеления. И на днешний день, за да докажем факт на исцеление. Я хочу сказать, что это никого не удивляет уже. Никой не се очудва вече от това. И это уже стало недоказательным. И това вече не се доказва. То есть потом доказать это просто невозможно. След това вече не може да се докаже. И никого это уже не удивляет. И никой вече не се очудва. Ну, было, исчезло куда-то. После исчезнул. Мы не знаем. Не знаем. Но Бог тут вообще ни при чем. Бог тук нищо не направил. Просто грешка на изследването. И знаете писание, что по этому поводу говорит? И какво казва писанието по този повод? Вы помните притчу о Лазаре? Спомните ли си притча за Лазар? И Лазар да умирает. Той умира. Попадает на лоно Авраамова. Той попада на лоно на Авраам. Да. Умирает богатый человек. Умира богат човек. И попадает в ад. И попада в ад. И вот происходит такой диалог. И се случва диалог. Ну то есть в духовном мире... Я предполагаю, духовными глазами мы можем видеть сквозь материю. Мисля, че в духовния свят можем да виждаме през материята. И вот этот богатый человек видит Авраама. И този богат човек вижда Авраам. И он кричит, отче Аврааме. И той вика, отче Авраам. Ну помните, да? Умилосердись надо мной. Смилися над мен. Отправь вот Испрати. Этого вот Лазаря, который вот сидит у твоих ног. Този Лазар, който сидит у твоите крака. Пусть он воскреснет, пусть пойдет к моим братьям. Нека той воскресне и дойде при моите братья. И они обязательно уверуют. И те да повярват. Когда увидят воскресшего Лазаря. Когато видят, че Лазар е воскреснал. Чтобы и они не попали вот в это страшное место. Не искам те да попаднат в това страшно място. Это история, которую рассказывает сам Господь Иисус Христос. И твоя история, которую рассказывает Иисус Христос. И вы знаете, когда касается дела лично Иисуса Христа. Когато се говори лично за Иисус Христос. Лично я. Аз. Я верю каждому ему слову. Вярвам на всяка неговата дума.
Потому что Иисус, он не может ошибаться. За что то Иисус не может да греши? Он не человек, чтобы ошибаться. Той не человек, за да греши. Это Бог, пришедший во плоти. Твой Бог, который дошел во плоть. Я даже предполагаю, теологи многие это подтверждают. И предполагаем, некоторые теологи его подтверждают. Что эта история конкретно касалась конкретного человека. Читая за история была за определен человек. И конкретного Лазаря. И за определен Лазарь. Который потом конкретно умер. Който и потом конкретно воскрес. Който е починал и воскреснал. Аминь или не аминь? Это реальная библейская история. Твоя истинская библейская история. И пробыл он в гробу 4 дня и 4 ночи. 4 дня и был погребан. И уже что? Смердило. Вече миришу. Там уже, ну просто, ну тогда не использовали формалин, да, как сейчас. Тогава не са использовали формалин. Тогда использовали более слабые средства. Тогава са использовали по слабые средства, и тялото и започнало да се разлага. Я не буду эту тему развивать. Няма да развивам тази тема. Кто-то может реально упасть в обморок. Оксана не падает. Не, Оксана медик, она уже не... Нормально. Оксана уже видела, все, испытанный человек. Ну, знаете, по миру сейчас гуляет одна кассета. И в свято се расхожда кассета. И она так и называется. Воскрешение из мертвых. Воскресяване от мертвите. Диск. Диск, да. Да. Известнейший евангелист. Известен евангелист. Рейнхард Бонке. Рейнхард Бонке. Который на служениях каялись по миллиону человек. Можете себе представить? По миллиону. На служениях ему се покаивали миллионы хора. За 1 миллион человек пока. За одна служба 1 миллион человек се покаяли. Миллион больше. Дори и повече. Ну как такое вообще? Как возможно това? Просто невероятная вещь. Това са невероятни неща. И на его служение происходили невероятные чудеса. И на неговите служения са се случвали невероятни чудеса. Слепые от рождения. Слепите, които са се родили слепи. Начинали слышать. Видеть. Да. Да, это я собирался сказать, что следующая эта фраза опередил себя. Да, ты започнали да виждат тези хора. Глухие от рождения начинали глухите слышать. Глухие от рождения започнали да чуват. Парализованные от рождения. Парализованные от рождения. Начинали ходить. Те започнали да вървят. То есть происходили те вещи, которые медицина объяснить не может. Случвали са нещата, които медицината не би могла да обясни. То есть зрительный нерв мертвый. Зрительный нерв е мъртв. И глаз начинает мъртв видеть. А обаче окото започва да вижда. Слуховой нерв мертвый. Человек начинает слышать. Да, в слухов нерв. Слухов нерв и мертв, и человек започва да чува. Или вообще вся нервная система не работает. И может человек быть парализован. Цялата нервная система не работи. И все это документально подтверждено. И документально все има подтверждение. Погибает один африканец. Загива один африканец. В одной автокатастрофе. В одна автокатастрофа. Просто при столкновении сильный удар рулем в грудину. При сблъскване има силен удар в грудния кош и всичко се разчува. И сърцето му е спряло. И вот история повторяется. Историята се повтаря. Человек лежит в морге. Человек лежит в моргата. 4 дня и 4 ночи. 4 дня и 4 ночи. После того, как доктор. След като доктор. Дипломированный врач. Дипломиран лекар. Констатировал смерть. Каза, че е мъртъв. Сердце не работает. Сърцето не работи. Пульса нет. Няма пулс. Тело остыло уже. Тялото вече е студено. Положите в морг. Сложете го в морга. И тело, мертвое тело лежит в морге. И мертвото тяло лежи в морга. Вот его уже там забальзамировали. Вече е балзамирано. Ну то есть все, абсолютно мертвый человек. Абсолютно мертв человек. Жена верующая христианка. Жена му е вярваща христианка. Помните, да, в послании к евреям написано? Помните в послании к евреям? Что некоторые жены, да, они буквально вырывали своих мужей някои из лап смерти. Жени са измъквали она мъжете си от и молиться. Ръцете на смъртта. Тя станала и започна да се моли. Вошла в пост. Тя започнала да се просто пости. Просто какая-то яростная молитва, вот этой как вдовы, да? Започва яростно да се моли. Просто достала Бога конкретно. Дай мне моего мужа. Тя казва, дай ми моя муж. Дай мне его. Дай ми го. Верни мне его живым. Верни ми го жив. И вот так вот продолжалось 4 дня и 4 ночи. И така се продолжава 4 дни и 4 нощи. И потом эта сестра, услышала, что совсем недалеко проходит конференция Рейнхарда Бонке. И тази сестра чува, че някъде до нея се случва конференцията на Рейнхард Бонке. Для меня Рейнхард Бонке один из величайших евангелистов. И аз го смятам за един велик евангелист. Я думаю, что таких евангелистов уже не будет, к сожалению. И мисля, че може би няма да има таких евангелисти след това. Рейнхард ушел к Отцу Небесному. Той вече е при своя небесен отец. Но тогда он проводил невероятную конференцию.
конференцию. Тогава я провеждал невероятную конференцию. И представьте, что говорит эта женщина. И какво рассказывает эта жена? Она говорит своим родственникам. Тя казва на своей роднине. Ложите его в гроб. Слагайте его в гроб. И мы повезем его на конференцию. И ще го отнесем на конференцию. Рейнхард Бонке помолится за него. Рейнхард Бонке ще се помоли за него. И мой муж обязательно воскреснет. И мой муж задолжительно ще воскресне. Вы видите, кто-нибудь видел это видео? Някой виждал ли това видео? На Ютубе можно найти. На Ютуб може да го намерите. И смотрите, видео, которое документально, юридически, оно подтверждено. И това юридически видео има подтверждение. Этого человека везут на конференцию. Закарва този човек на конференцията. Рейнхард Бонке не знает, он проводит конференцию. Рейнхард Бонке, той не знает, просто провежда своята конференция. Гроб ложат в каком-то подсобном помещении. И гроб слагат в някакво помещение. Вот несколько мужчин, женщин молятся за него. Няколко мужей и жени се молят за него. И вот очень сильно пришло помазание. И са получили силное помазание. Очень много людей каятся. Много хора се покаяват. Просто пришло вот на самом деле присутствие Иисуса Христа. Дошло и присутствие на Иисус Христос. Мужчины видят, что это человек, который лежал в гробу. И мъжете виждат, че този човек, който бил в гроба. Он вдруг начинает дышать. Изведнъж започва да диша. И понятно, такая ажитация происходит. Они начинают прыгать. Всички започва да скачат. Это начинает распространяться, то есть из этого подсобного помещения все начинают узнавать, человек воскрес. И от това малко помещение всички започват да научават, че този човек е воскреснал. И вот на видео показывают. И на клипчето показват. Как гроб выносят на центр стадиона. Как този гроб изнасят на центъра на стадион. И этот человек в этом гробу садится. И този човек в гроба просто сяда. Открывает глаза. Отваря очите си. И не понимает, где он находится. И не разбира, къде се намира. Потом этот человек рассказывает, как он был на небе. И после този човек рассказывал, как е бил на небето. И что он там видел. Какво е виждал там. И как он разговаривал с Иисусом Христом. Как разговаривал с Иисус Христос лично. И как после этого он на свою жену даже голос перестал поднимать. Как след това той вече е спрял да вика на жена си. Просто пришел какой-то невероятный вот такой шалом, да? И просто е дошел невероятен шалом в неговото семейство. Человек воскрес. Човек е възкръснал. После четвертого дня тотальная смерть. След като 4 дни е бил мъртъв. Когда доктор констатировал смерть. След като доктора е казал, че наистина е мъртъв. Я думаю, что он и по сей день живой. Мисля, че той и досега е жив. Ну, опять же, сейчас вот я закончу про притчу с Лазарем. Ще завършиш за притчата с Лазар. Авраам отвечает богатому человеку, что он ему отвечает? Авраам отговаря на богат човек, какво му казва? Нет, не поверят. Не, няма да повярват. Потому что если они не верят Моисею. Защото ако те не вярват на Моисей. И пророкам. И на пророците. То даже если Лазарь воскреснет. Дори ако Лазар воскресне. Они и тогда не поверят. Те и тогава няма да повярват. Это слова из притчи Иисуса Христа. Това са думите от притчата на Иисус Христос. Вы знаете, вот я сегодня именно это и хочу сказать. И днес именно това искам да кажа. Если брать в трактовке Нового Завета. Ако това трактираме в Новия Завет. Если люди не читают Евангелие. Ако хората не четат Евангелието. Не живут по Евангелию. Не живеят според Евангелието. И самое страшное, не исполняют. И най-страшното не го исполняват. Новый Завет. Новия Завет. Потому что исполнять его мы призваны. Защото сме призовани да изпълняваме Новия Завет. И мы блаженны. И сме блажени. Именно тогда, когда мы исполняем Новый Завет. Само тогава, когато изпълняваме Новия Завет. Заповеди Иисуса Христа. И заповедите на Иисус Христос. Если люди так не живут, ако хората не живеят така, то даже если кто-то воскреснет, дори ако някой възкръсне, они не поверят. Те няма да повярват. Скажут, это фальсификация. Те ще кажат, че това е... так и говорят. Че това е фалшиво, не и наистина. Театральная постановка. Че театрално поставяне. Просто вот так. Нарочно убили человека, да? Бессовестные такие. Нарочно са убили този човек. Человек лежал в морге. И 4 дни този човек е бил в морга. На самом деле он притворялся, да? Той там просто се преструвал. Не дышал 4 дня. Просто не е дишал 4 дни. Накачали его формалином, да? И после этого он воскрес. И след това е възкръснал. Ну вот кто вот это может сделать? Кой може да направи това? Какой хатха-йога может это повторить, вот этот фокус? Кой хатха-йога може да повтори този фокус? Сегодня есть еретики, которые утверждают, что любой хатха-йога может сегодня повторить фокус Иисуса Христа на кресте. И има еретици, които утверждават, че всякакъв хатха-йога може да повтори фокуса на Иисус Христос. Просто вот так услышишь, и просто вот волосы реально на голове дыбом встают. Вот попробуйте, вот найдите хатха-йога, ну, хотя бы одного. Намерите такой йога-человек. Убейте его, да? Убейте его.
Разбейте ему грудную клетку. Щупайте грудным кож. И накачайте ему кровь формалином. И служите формалин в кровь. Пусть он на четвертый день воскреснет. И нека на четвертый день да воскресне. Никогда он не воскреснет. Никогда не надо воскресне. Воскрешает только Бог живой. Сам истины, Бог может воскреснуть. Который реально может абсолютно все. Бог, который может всичку. То, что человеку невозможно. Тва, который невозможно на человек. То Богу скажи, все возможно. Аминь. Бог может всичку. И написано, верующему все возможно. И верующий может всичку. Верующему в Него. Верующий в Него. И я прочитаю сегодня еще одно место из Писания. Что прочитал, что на месту? Это написано Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. Знаменитая 24 глава. Известна 24 глава. Вот о предсказании вот нашего времени. С 21 стиха. От 21 стих. На проекторе можно читать на болгарском языке. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира, до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни, когда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите». Вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна, бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся и орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славу великую. И пошлет ангелы своих с трубой громогласной, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их, от смоковницы возьмите подобие. Что такое смоковница? Какво е смоковница-то? И за какой смоковницей нам надо наблюдать? И за каква смоковница трябва да наблюдаваме? Писание говорит об этом несколько раз. Смоковница – это Израиль. Смоковница твоя Израил. Очень важно наблюдать за тем, что происходит в Израиле. Много важно да наблюдаем, как вас случило в Израиле. Потому что, вы знаете, написано, когда войдет полное число язычников. И казва, пиши, когато влезет полное число язычниците. Тогда весь Израиль спасется. Тогава целия Израил что се спаси. И для нас это, для нас обращенных из язычников. И за, за нас обурнатите от язычниците. Это точный знак. Твой точный знак. Что мы живем в последнее время? Че живем в последнее время? И смоковница уже распускается. И смоковница започва да се да цъв... И это значит, что в ковчег? Означава, че в ковчега. Знаете, я в это верю. Вярвам в това. Вот в ковчег, помните, что каждая тварь по паре вошло, да? В всякую животное имело по двойкам. Раньше я тоже так думал, что нужно, нужно как можно больше число, количество мужчин и женщин спасти. Я си мислих, может быть, трябва, че трябва да спасим колкото може повече мъже и жени. Надо дойти, че трябва да се стигна до всяко племе. Чтобы все услышали благую весть. И всеки да чуят, всички да чуят благата вест. Но вы знаете, я сегодня сторонник вот этого мнения теологического. Но сега се придържам към такого теологичного мнения. Что достаточно от каждой нации. Че достаточно от, всякаква, от всяка нация. Чтобы вошло по паре. Да влезе по двойка. То есть просто генетический фонд. Генетический фонд от каждой нации. От всякой нации. И вы знаете, сегодня это уже происходит. И днес това се случва вече. Я, например, не могу назвать какое-то племя, в котором еще не слышали люди о весть об Иисусе Христе. Не могу да кажа племя, кое-то още не е чуло за Иисус Христос. И вы знаете, когда войдет полный генофонд человечества. И когато пълния генофонд на човеците влезе. Тогда мы увидим, как смоковница резко начнет распускаться. И ще видим, как смоковницата ще започне да цъфти. То есть все евреи, практически все евреи. И всички евреи. Вдруг в один момент. Изведнъж в един момент. Поверят, что Мессия. Ще повярват, че Мессия. Спасителя. Это есть Иисус. Че е Иисус Христос. Можешь сказать на это аминь? Вот за этим нам надо очень внимательно наблюдать. Трябва внимательно да наблюдаваме. Смотреть на Израиль. Да гледаме Израил. Не только смотреть, но и молиться. И не само да гледаме, но и да се молим. Как можно быстрее это произошло, случилось. Колкото може побързо това да се случи. Слава нашему Богу, что мы живем в это время. А смоковница возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и спускают листья, то знаете, что близко лето.
Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет. Одни же том, то есть вот после вот этого события, след два события, когда смоковница начнет распускаться, когда смоковница започвана, да, Иисус не замедлит. Иисус не может не пройдет род, как он придет. Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни пред потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Аминь. То есть, во времена Ноя... По времени Ной? Ну, что, как относились к Ною? Как все соотносили к Мнегу? Над ним смеялись. Те все смеяли. Человек просто сошел с ума. Те все смеяли, что и ут. Он строил... корабль посреди пустыни. То есть строил корабль посреди пустыни. Это было реально смешно для людей этого времени. Това изглеждало смешно за хората по това време. Он еще убеждал нас, чтобы мы тоже вместе с ним строили. Той дори ги убеждавал те заедно да строят с него. Потому что вроде как должно прийти какое-то наводнение. За что-то трябва да дойде някакъв потоп. О котором никто и даже, ну как, никогда не слышал. За който никой не е чувал. Чтоб был бы такой поток, что наводнил все. Че може да се случи такъв потоп, че всичко ще се наводни. Но Ной об этом говорил каждый день. Но Ной говорил за това всеки каждый ден. Каждый Божий день. Всеки ден. А его никто не слушал. Но никой не го и слушал. И люди жили обычной жизнью. Хората са живели обикновен живот. Женились. Те са се женили. Выходили замуж. Умъжвали са се. Пели, пили, ели. Те са пели, храниха се. И в один момент вдруг все вот так это как хлынуло. И изводнъж... Е Бог сказал потоп, Ною войти в ковчег. А Бог е казал на Ной да влезе в ковчег. Животные были послушны. Животните също са били послушни. Можете ли представить вот это зрелище? Можете ли да се представите това? Твари по паре вот так в послушание Святому и, Духу заходили в ковчег. Всяко животное било по двойка и всички са били послушни. Ну и ковчег нашли, кстати, да? И този ковчег се намерили. Знает? Недавно Эди приезжал с Армении. Наскоро Эди е дошел от Армения. Он говорит, правда, Ноев ковчег, он с другой стороны Арарата, с турецкой стороны. Ноев ковчег се намира от друга страна, ну, от турската сооружение. Страна. Это огромное, большое сооружение. Голямо сооружение. И это, опять же, исторический факт, правда? Твой исторический факт. Который доказано, то есть его даже со спутника можно увидеть. Дори от спутник может да се видит този ковчег. То есть сегодня я не рассказываю какие-то сказки. Не рассказываем приказки днес. Это все исторические факты на сегодня. Това са исторические факты. Которые написаны и описаны в Библии, в Священном Писании. Които са описаны в Библията. Я вот сегодня именно про это. Вот люди сегодня живут. И хората живеют. Верующие ходят, проповедуют каждый день, кто-то не каждый день. Вярващите ходят, проповедуют, някой всякий день, някой не. Слава Богу, есть христианские каналы. Има христианские каналы. На котором каждый день можно реально слышать. На които може всякий день да се слуша. Благую весть. Благата весть. О том, что Иисус Христос, он... За това, че Иисус Христос... Умер за каждого из нас. Че умрял за всякий день от нас. Знаете, сегодня он для нас вот этот Ноев ковчег. И той днеска за нас Ноев ковчег. Сегодня у нас причастие. И днеска имаме причастие. Евхаристия. Евхаристия. Что такое причастие? Какво е това? Мы еще и еще раз провозглашаем духовному миру. И още веднъж провозгласяваме в духовния свят. Что мы когда-то вошли. Че някога сме влезли. В тело Иисуса Христа. В тялото на Иисус Христос. Мы его храм. Ние сме неговия храм. И он обитает в нас. И той обитава вътре в нас. Мы есть церковь. Ние сме църква. А он есть наша глава. А той е нашата глава. И это тоже написано. Това също го пише. Ну, прочитайте в послании к Ефесянам, например. В послании к Ефесянам, например. И сегодня люди живут и смеются над нами. И днес хората живеят и се смеят. Кушают и пьют. Пият, хранятся. Женятся и выходят замуж. Оженваться, умужваться. А, какие смешные вещи они говорят. Какие смешные вещи оказывают. Кто в это вообще может поверить? Как может някой да поверить в это? И вы знаете, вот реально трудно поверить в Бога. Много трудно да поверим и в Бог. Когда у человека все есть. Когда у человека има всичко. И вот человек богатый. Богатый человек. Респектабельный. Уважаван. У него там несколько домов, има квартир. Има несколько домов, апартаменти, несколько кули. Я
Знаете, вот для меня это всегда есть сигнал. За мен това е сигнал. Что вот именно вот это является, когда человек нажил себе какую-то вот такую существенную такую недвижимость. Когато човек вече има съществен имот. Добро. Он находится на самом опасном рубеже. То есть намира в опасния рубеж. Соломон, он об этом пишет так. Соломон пишет за това. Человек не знает, когда споткнется. Человек не знает, когда ще просто се спъне. В один момент его просто не станет. Просто в один момент може знаете, да? Да не го вот има копил, вече. Вот копил. Той ги спестил да, тези вот богатства. О богатом человеке. И вспомните си притчата за богат човек също. Насобирал себе столько сокровищ и всякого добра. Който спестил толкова сокровища. Полный амбар. Пълен амбар. И сказал себе такие слова. И казал такива думи. Ешь, пей, веселись, душа. Храни се, забавлявай се, моята душа. Много добра у меня накоплено на многие годы. Защото има много богатства, които са, ще ми стигнат за много години напред. Что говорит Иисус Христос? Но какво казва Иисус Христос? Ныне же. Но сега. Заберу душу твою. Ще взема душата ти. Представляете, просто взял. Представете си, просто е взял. Ушел ангел смерти, забрал. Просто дошел ангелът на смъртта. Жизнь. И е взел живота му. И отправил человека в ад. И кое спратил в ад. Кому достанется все это добро, которое и това богатство, което той е спестил, на кого ще остане? С собой-то ничего не заберешь. Нищо не можеш да вземеш със себе си. И люди об этом не думают даже. И хората не мислят за това. И они вот накапливают. Те пестят, да. Пестят. И знаете, вот мы живем вот в это время. Живеем в такое время. Когда реально приходит неверие. Когато идва неверие. И вот это страшно, конечно. И това е страшно. Сын человеческий, придя, човешкият син, написано, найдет ли веру на земле? Когато дойде, дали ще намери вяра на земята? То есть Писание говорит. Писание доказва. О том, что когда Иисус Христос придет второй раз. Че когато Иисус Христос дойде во втория път. Веру на земле. Вяра на тази земя. Найти будет очень трудно. Ще бъде трудно да я намерим. Люди перестанут ходить в церковь. Хората ще спрят да ходят на църква. Ну я всегда. Знаете, я сторонник того мнения, что всегда Бог сохраняет остаток. Но мисля, че Бог винаги сохранява остатъка. Кто такой остаток? Какой остатък? Остаток это верующие. Това са вярващите. Которые, несмотря на все соблазны этого мира. Които въпреки всичките съблазни на този свят. Все равно продолжают собираться. Продължават да се събират. Потому что собрание это очень важно. Защото събранията са много важни. Мы сегодня не просто так собрались. Не сме събрани тук на празно. Каждый днес. Раз, когда мы собираемся. Всеки път, когато се събираме. Например, если вы соберетесь просто двое или трое. Дори ако сте двама и трима. Вы не церковь. Вие не сте църква. Иисус Христос об этом четко говорит. Иисус Христос казва за това. Вот если согрешит против тебя брат твой. Ако съгреши брат. Пойди и выскажи ему все. Отиди при него и кажи му всичко. Покаялся, приобрел ты брата. Ако той се покая, значи сте приятели вече. Не покаялся, скажи еще при двух или трех свидетелях. Ако не се покая, кажи го. Смотрите, още. Иисус Христос говорит, при двух или трех свидетелях. Още двама-трима свидетели го кажи. Два еще или три верующих человека. Това са още двама-трима вярващи хора. И следующий шаг. И следваща стъпка. Если и тогда не покаялся. Ако тогава не се покай. Тогда скажи при всей церкви. Тогава кажи пред цялата църква. Смотрите, Иисус Христос говорит. Иисус Христос казва. Два человека собралось, это не церковь. Двама человека не е църква. Четыре человека собралось, это не церковь. Четири человека също не е църква. Но когда собралось собрание верующих. Но ако има собрание на вярващи. Когда есть ответственный служитель. Когато има отговорен служител. Когда есть пятигранное служение. Да? Ако има пятигранно служение. То есть кто? Апостолы, евангелисты. Апостолы, евангелисты. Пророки. Пророци. Пророческое служение. Пророческое служение. Пастыри и учители. Пастыри и учители. И все эти дары они вот так проявляются. И всички тези дарове се проявяват. И мощное прославление. Да, мощное прославление. Мощная такая артиллерийская подготовка. Да, разбомбили духовный демонический мир. Разгромяват духовный мир. И вот что-то всегда, всегда что-то происходит. И винаги се случва нещо. И вдруг приходит присутствие. И изведнъж идва присутствие. И начинает происходить чудеса на самом деле. И започва да се случват чудеса. Все наши нужды, с которыми мы пришли в церковь. И всичките нужди, с които сме дошли на църква. Они мгновенно решаются. Те започват да се решават. Потому что это обещание Иешуа Маше, Иисуса Христа. Защото това е обещание на Иисус Христос. Принесите все ко мне. Донесете всичко. Свои бремена. Всички свои бремена. Придите все ко мне, труждающиеся и обремененные. Тези, които се трудят.
И я успокою вас. И я ще ви успокою. Вот все наши нужды сейчас уже решились. И всичките ни нужди вече са решени. Мы сидим здесь. Ние сидим тук. Мы думаем, о чем мы сидим? И ние си мислим, за что сидим тук. А мы просто успокоились у ног Иисуса Христа. А ние просто сме се успокоили пред нозете на Иисус Христос. А той в същия момент, по нашата вяра, решил все наши проблемы. И решил всичките ни проблеми. Вот я так верю. Аз вярвам така. Потому что я вот так уже живу с 91-го года. Аз така живею от 1991 година. Я реально могу засвидетельствовать, что наша семья живет у Христа за пазухой. И так было всегда, с момента уверования. И мога да свидетельствам, че Христос винаги се грижи за нашето семейство. Мы абсолютно счастливые люди. Ние сме счастливи хора. Нет каких-то финансовых нужд, мы не в долгах. Нямаме финансови нужди. Ну, вы все видите нашу жизнь. Вие виждате нашия живот. И вот я хотел бы еще одно такое свидетельство сказать. Искам да кажа още едно свидетелство. На сегодняшний день я являюсь профессором. На днешний день сам профессор. По церебральным заболеваниям. По церебральным заболеваниям. Это заболевание центральной нервной системы. Заболеванието на централната нервна система. За моей спиной стоят академии. И зад мой гръб са академия. Я не хвалю сейчас. Не се хвалям. А в конце вы поймете. В края ще разберете. Академик Илья Акпаров. Казахстанская академия наук. Казахстанская академия на наука. Академик Козлов. Академия Козлов. Российская академия наук. Русская академия на науки. Я по сей день являюсь научным сотрудником. И се явява научен сотрудник там. Научно-исследовательский институт иммунологии в городе Новосибирск. В научен институт на иммунологии в Новосибирск. И еще один академик Люгуньвань. И още академик Югуйван. Люгуньвань, академия китайских наук. Това е академия на китайските науки. У меня три высших врачебных образования. Имам три висши лекарски образования. И одно духовное. И едно духовно. И сейчас я учусь, мы с супругой и наша активная часть церкви. Со супругата ми още и с активната част на църква учим. Учимся в духовной академии. Ние се учим в духовната академия. Еще одна академия. Още една. И можем получить дипломы. Можем да получим дипломы. Как Московская духовная академия. Как на Московской духовной академии. Так и Киевская. И на Киевской духовной академии. Для меня это очень дорого. И за меня это много скопу. Потому что Бог, Он стоит над нациями. Это что-то Бог и над нацией. Бог не националист. Той не националист. Я каждый раз повторяю, я не стою сегодня на чьей-то стороне. Всякий пот повторяем, че не стою на одна я сторона. Я не проамериканец. Не сам за американцами. Я не прорусский. Не сам за руснацией. Я за Иисус Христа. А сам за Иисус Христос. Я стою на стороне Божьей. А стою на Божьей стороне. Я знаю, что Он вне нации. И знаю, что Он извне нации. Я знаю, что Он всех одинаково любит. Знаю, что Той обича всички еднакво. И русских, и руснаците, и украинците, и американците. И американците. Одинаково любит. Еднакво ги обичам. И сегодня, если потребуется. И днес, ако трябва. Жертва Иисуса Христа, она готова. Жертвата на Иисус Христос е готова. Но только Иисус Христу не надо умирать второй раз. Но Иисус Христос не трябва да умира още веднъж. Он сделал это однократно. Той веднъж го е направил. И навсегда. И завинаги. И вы знаете, я вот читал, у меня есть полное собрание сочинений Абу Али ибн Сины, Авиценны. Имам сочинение на Авиценны. Авиценна. Труды Гиппократа. Труд на Хиппократ. Труды древних китайских трактатов. На също труд на древнокитайските трактати. Но я хочу сказать. Искам да кажем. Что я все-таки. Час. Я поклонник. Аз съм поклонник. Божьего учения. На Божието учение. Которое реализовался через жизнь и учение Иисуса Христа. Който се реализирува чрез живота на Иисус Христос. Для меня это самое высшее образование. За мен това е най-висшето образование. И другие образования для меня ничего не стоят. И другите образования нищо не струват за мен. Я понимаю, что они не могут даже равняться. Разбирам, че дори не могат да се сравнят. То есть ни западное учение. Не западното учение. Ни восточное учение. Не източното учение. Никогда не сравняться. Никого няма да се сравнят. С тем учением, которое принес Иисус Христос. С учением, което донесло Иисус Христос. Главное, что не только принес его. Той не само го е донесел. Он его показал и доказал. Той го е показал и го е доказал. И настолько сделал доступным. И толкова го е направил доступен. Что сегодня доступно, и я, и ты. Че и аз, и ти. Мы можем это исполнить. Днес можем да го исполним. Не своей силой. Не со своята сила. А благодатью. Но чрез благодата. И силой Святого Духа. И силата на Святия Дух.
Слава Богу, что в моей жизни нет какого-то порока. Слава на Бог, че нямам пороци в мой живот. И опять же, я не хвалюсь. Не се хваля. Потому что я знаю, что сам бы я с этим бы никогда бы не собладал. Но знам, че аз сам никога нямаше да буде таков. Что я и курил. Что-то сам и пушил. И блудил. И сам блудствовал. И все наркотики перепробовал. И всички наркотици сам пробовал. И был пьяницей. Ну, и бях умеренно, алкохолик. Конечно. Вот, был в рабстве. Бях в рабству. Знаете, сегодня скажу одну простую мысль. И что каже одна простая мысль? Когда человек делает какой-то систематический грех, когда человек прави систематизирован грех, мне хотелось обратиться вот к таким людям. Искам да се обърна към такива хора. И они считают себя верующими людьми. И те смятат себе си за вярващи хора. Пожалуйста, не обольщайтесь. Не се лъжете. Потому что человек, пребывая в систематическом грехе или в пороке, за что человек, който пребывал в постоянный грех, он не может быть одновременно христианином. Не может да быть христианин. Он не может быть одновременно учеником Иисуса Христа. Не может да быть и ученик на Иисус Христос. Знаете, вот есть вот человек. Има человек. С одной стороны, его влечет благодать Христова. От одна сторона го влече благодата на Иисус Христос. То есть самый Господь Иисус Христос. Самия Иисус Христос. Дух Святой, который Святия был послан. Дух, който бил испратен. И дальше идет Бог. И след това е Бог. И то райское место, которое приготовлено для всех верующих в Него. И това райское место, което е приготвено за всички вярващи хора. А с другой стороны стоит грех. А от друга страна стои грех. И он влечет. Той също влече. Иногда очень сильно влечет. Понякога много силно. Вот. А дальше за грехом идет ад. А за този грех е ад. И сам сатана. И самия сатана. И знаете, вот в послании к евреям написано. Послание к евреям написано, что если мы сознательно грешим, ако сознательно грешим, то уже не остается жертвы за грех. Тогава вече няма жертва за грех. Но только страшное ожидание вечного суда. Само страшное очакване на суда. Знаете, вот пример такой. Вот на духовной академии учитель один хорошо сказал. На духовной академии один учитель много добре казал. Говорит, мой образ мыслей. Моя образ на мислите. И образ моей жизни. И образы на мой живот. Автоматически вытекает. Автоматично излизает. Из поклонения. От поклонения. Сейчас я объясню. Сейчас я объясню. Что такое поклонение? Какое поклонение? Вы знаете, мы все люди, мы чему-то поклоняемся. Нет, мы всички хора, если поклоняемся на нечто. Ну, раньше, например, я поклонялся алкоголю. Да? Преди се поклонях на алкохол, например. Или какому-либо другому греху. Или на някакъв друг грех. И это начинало завлекать меня. И това е започвало да ме завлича. То есть это превращалось постепенно в рабство. И постепенно това се превърнало в рабство. Еще более простой пример. Още по-прост пример. Сейчас болезнь современного общества. Болестта на современното общество. У детей это называется детский аутизм. При децата това е детски аутизм. Если переводить с латинского языка аутизм. Ако превеждаме от латински думата аутизм. Это когда человек обращен внутрь себя самого. Това е когато човек е обърнат вътре в себе си. У него сформировался свой внутренний какой-то мир. Той има вътре в себе си вътрешен свят. Ему в этом мире комфортно. И на него му е комфортно в този свят. И, например, годовалому ребенку дали гаджет. И на едно годишно дете само дали телефон някакъв или таблет. iPad. Таблет. Он лежит. Той лежи. Там какой-то мультик. Гледа някакво анимационно. Там какая-то детская игрушка. Някаква игра. И он уже в годик, в полтора года, он уже пальчиком уже может всем этим управлять. И вече на една година може да управлява с всичко това. Это очень удобно. И това е много удобно. Почему? Мама освободилась. Мама, майката е мама свободна. Мама там на балконе с кофейком покуривает сигарку. Може да отиде на терасата да пие кофе и да пуши. А ребенок там потешается в том плане. Его этот мир полностью целиком захватил. А детето е на таблета си играе, и този свят напълно го е захванал. Вы знаете, родители даже не понимают, что в этот момент они конкретно, сознательно формируют в нем аутизм. И родителите не разбирают, что в този момент те сами формируют в детето си аутизм. Из которого, может быть, чуть-чуть позже ребенок уже больше никогда не выкарабкается. От който може и да не излезе след това. Не уделили внимания. Не само обърнали внимание. Не подарили любовь. Не само подарили какую-то любовь. Какую-то хорошую эмоцию, да? Хубавая эмоция. Вот смотрите, раньше, до революции это было, кстати. Преди революцията. Были специально обученные родовые женщины, как же их называли? В Библии это тоже говорится. Повивальные бабки. Вот. Профессиональные повивальные бабки, это которые сопровождали беременность жен. А?
Дули? Ну, акушерки, да. Древние акушерки. Преди ему специально обученные жени, они акушерки. Рожать. Те помогали да раждат. И смотрите, что происходило, как происходили древние роды. Как случали... Ребенок рождался. Детето се ражда. И его мгновенно перекладывали на грудь матери. И веднага го слагат на грудите на майкам. И он тут же, например, просто там покричал немножко, положили малко на грудь. Малко вика, но го слагат на грудите на майкам. На грудью своей мамы. И то я успокоила на грудите на майка си. Гу-гу-гу-гу-гу. То я тебя започва да говори с него. Когда пришла в себя немножко, да? Когда вече... Естественно. Вече в сознании. Потому что мужчины обычно не понимают, что роды это все очень серьезно. Потом начинает кормить грудью. Започва да я храни с грудите си. Общение. И започва общение. Социальный контакт. Социальный контакт. Любовь. Започва любовь. Мама целует, обнимает. Майка започва да целует детето си. Да я го прегръща. Вы знаете, какой следующий шаг? Какова е следващата стъпка? После революции это было запрещено. След революцията това е било забранено. Ребенок рождался. Детето се ражда. Его забирают от мамы. И веднага го взимат от майка му. И относят его в изолятор. И го слагат в изолатор. Якобы в стерильные условия. В стерильные условия. В бокс. В кутия. И он там может в каком-то кверте лежать. И может така да лежи там. И какая-то чужая тетя подходит, периодически поворачивает его. И някаква чужда жена понякога идва при него и го преобръща. Какой следующий шаг? Каква е следващата стъпка? Вы знаете, сегодня ученые уже придумали это. Учените са измислили вече днес. Уже не обязательно носить ребенка в своей утробе. Вече не е задължително да носите детето в утробата. На сегодняшний день существуют уже роботы. Дори има роботи сега. Специальные машины. Специални машини. Которые с определенного, ну, даже с момента зачатия. Които от момента на... Зачеването? Они могут вынести этого зародыша. Могут, да, носят този зародыш. И довести его до 7, до 8, до 9 месяцев. И да го носят до 7, 8, 9 месяцев. И потом что-то рождается. И след това се ражда нещо. Вот здесь могу точно сказать, что-то. И могут сказать, что нечто се ражда. Мы даже не знаем, что это будет. Дори не знаем, какво ще бъде това. Но могу сказать точно. Но точно могу да кажа. Что будет, это будет абсолютно безэмоционально. Но могу да кажа, что това ще бъде безэмоционално. Интеллектуальный робот. Безэмоционален, интеллектуален робот, ничего, който нищо няма да усеща. Которому будет все абсолютно по барабану. И на който, който няма да е, няма да му пука толкова за нещата. Он уже вырезан. Защото вече е изрязан от социума. Он не умеет обмениваться эмоциями. Не може да показва эмоциите си. Хотели бы вы жить в таком обществе? Дали бихте искали да живеете в такова общество? В обществе роботов. В обществото на роботи. Какой выход, какой вывод у меня сегодня? Каков извода от всичко това, което казах? Страшно стало, да? Стана ли страшно? Моя задача была сегодня вас немножко напугать. Исках да ви изплаша малко днес. Потому что когда приходит страх Господень. Когато идва Божия страх. Писание говорит, что это начало мудрости. Това е началото на мудростта. Пусть нас это сегодня мобилизирует собираться вместе. И нека това да ни мотивира да се събираме заедно. Вот, несмотря ни на что. Въпреки всичко. Вот наша церковь сделала один очень правильный шаг. Нашата църква е направила правилна стъпка. Когда началась пандемия. Когато е започнала пандемията. Мы пропустили только вот за вот эти три года, мы пропустили в экстренном случае только одно служение. И за тези три години пропуснахме няколко служби, една-две служби само. И все. И това. И продолжали собираться. След това започнахме пак да се събираме. Ну, понятно, что с масками, да. С маски. Вот, там не здоровались где-то. Не се докосвахме един друг. Не целовали. Не се целувахме. Вот, ну, мы продолжали собираться. Но продолжавахме да се събираме, да се молим. Проповеди отправляли. Имаше проповеди. Общение продолжали, семинары. Продолжавахме да общуваме. И по этой причине наша церковь, она осталась. И по тази причина църквата не останала. Тя остана. Я разговаривал с другими болгарскими пасторами. Разговаривал с другими болгарскими пасторами. И один пастор мне сказал. Един пастор ми каза. Один из ведущих пасторей. Вот-вот, един от водещите пастори. Он сказал, что это было в 20-м году. То каза, что это было при 2020 година. Каждый божий день. Всеки день. Каждый божий день. В Болгарии. В Болгарии. Закрывалась одна церковь. Се затваряла одна церква. Вот для меня это страшная статистика. И за мен това е много страшна статистика. 365 церквей закрылось. 365 церкви са се затворили. Имеется в виду и в деревнях, и в селах. Това е в селата също. В селках городского типа, в малых городах, в малки градове, в големи градове. Церкви закрывались, закрывались. Църквите са се затваряли
и все продолжало затворять. Потому что люди вошли в состояние страха. За что-то хората започнули да се страхуват. И собираться стало страшно. И было страшно да се собират за тях. А давайте мы дома будем просто телевизор Нека будем в кышке, просто что глядим телевизию. Онлайн. Онлайн. Онлайн церковь создадим. Все, что можем, направим онлайн церковь. Вот, вот как думаете, вот онлайн церковь? Не то, да, что-то. Не знаю, лично я как-то вот онлайн-церкви как-то слабо воспринимаю. А не воспринимаем онлайн-церкви? Что-то уже искусственное в этом появляется. Това вече има нечто искусственное в това. Я уже заканчиваю, мы будем переходить к трапезе Господней. У нас во время трапезы всегда происходит небольшая задержка. Давайте мы коротко помолимся. Нека кратко да се помолим. Господь благословит.